Шел один в лес в поисках дракона? Нужно быть очень осторожным. Не, мам, я не голоден. Что случилось? Суббота ведь. Дай поспать, а. Я только что в небе видел эндер-дракона. Пойдем быстрее покажу. А, ну хорошо, хорошо. Пошли, покажешь. Что у тебя там за дракон? Вон, вон, смотри. Где? Кажется, кто-то переиграл в планшет. Не клянусь, он там был! Сим, надо больше времени проводить на улице. А то уже кому-то драконы мерещатся начали. Пойду еще посплю. Если увидишь дракона, то сними или сфоткай его. Все. Хорошо. Если папе нужны доказательства, будут ему доказательства. Чтобы увидеть дракона, свисток, чтобы приманить его, компас, чтобы не потеряться, расы, чтобы вызвать папу, чтобы видеть в темноте дракона. Сень, ты где? Пошли кушать! Сень, ну ты где? Ушел охотиться на дракона?
Эндер-дракон прошел через портал и попал в наш мир. Искать его надо на лесной поляне. Больше негде. Нужно быть очень осторожным. Ушел один в лес в поисках дракона? Ему нужна моя помощь! Похоже, Сень не смог здесь проехать. Но я-то проеду. Иначе он обязательно уничтожит наш город. Конечно, верю в драконов. Просто забыл об этом. Спасибо, что ты напомнил мне. Кстати, у меня есть для тебя сюрприз. Сюрприз? Скорей показывай! О! Ничего себе, у тебя тоже есть меч. Да, только никому не говори об этом. Клянусь, что не выдам тебя. Но это еще не все. Сейчас кое-что еще покажу. Это эликсир бессмертия и неуязвимости. Выпей его, и никакой драконом не страшен. Как ты думаешь, мы проедем по непроходимому лесу? Конечно, это же не просто квадроцикл, а боевой конь. Никогда сюда не вернется! Это точно! Но надо скорее возвращаться домой, а то скоро придет мама и потеряет нас.
Вот это у нас твой классный покатушки. Да. О! Да. А что это вы тут такие довольные сидите? Как будто подвиг совершили. Что вы опять задумали? Признавайтесь. Ничего мы не задумали, мама. И никаких подвигов не совершали. Ага, какие подвиги в наше время? Всех драконов еще 1000 лет назад истребили. Пойдемте кушать. Кстати, ходила на рынок, купила яйцо. На куриное не похоже.